Здравствуйте, друзья, кто меня смотрит. Сегодня мне удалось поймать таких карасиков, карасей. Сейчас я их выпотрошу, засолим и пробуем их закоптить горячим способом. Сейчас. Ну вот, карасей мы выпотрошили. Сейчас будем их солить. Так. Жабру удалили. Засолим и оставим на 2 часа. Просто присыпаешь солью и все. Угу. Без засола, без ничего. Сухой посол. Угу, понятно. Валяли вот так вот прям в соли. Вот уже вода начала выделяться. Оставляем на 2 часа. Через 2 часа продолжим. Сейчас можно закрыть. На 2 часа. Вот она у нас засолилась. Вон столько водички вышло. Хорошенько помыть надо от соли, да? Да. Очень помыл. Можно чуть-чуть сюда залить, просто вот прямо воду. Рыбу прополощу в 2 водах. 2 раза. Карасей мы промыли, полчаса в воде подержали. Вот есть такие шампура бамбуковые. Я их нарезаю на такие сегменты. И потом... Будешь вставлять брюшко? Вот так вот будем оставлять. Зачем будешь вставлять? Для чего это надо? Чтобы стекала вода. И сразу оставлять уже вот так вот на... И чтоб пропиталась дымом? Коптильной решетки. Сразу уже в коптильную она вот так вот. В таком виде уже в коптильную пойдет. Вот. Сразу же готово. И сейчас где-то часок, пускай она... Стекает? Вода вся стекает. Часок. Сетку другую надо было взять. Ну покажи это. Сейчас полностью все заставим, вытащим уже коптильную, поставим на мангал. Ну вот прошел час, караси у нас обсохли. Пойдемте, я вам покажу коптильную. Такая коптильная, ящик железный, противень старый, к сожалению, сгорел. Щепы покупной нету, я обычно выхожу из ситуации таким способом. Простая альфа, щепки вот этого количества достаточно, даже, наверное, еще много будет. Будем контролировать. Коптильную ставлю просто на мангал. У кого что есть, можно и на кирпичи. Вот,
Этого вполне достаточно. Сейчас туда будем устанавливать рыбку нашу. Так. А так полностью нельзя было ставить? Зараз-то? Да. Нет. Ничего не видно. Крупных вниз. Рыбу поставили два яруса, которые покрупнее караси на нижний ряд, которые мелкие верхний ряд. Ну, тихонько будем запускать. Так, иду за дровишками. Дрова подожгли. Вот так вот. Пойдет первый дымок. Там уже посмотрим где-то 30-40 минут по обстановке. По времени будем контролировать тихонько. Где-то так. Вот, друзья, дымок пошел у нас. Засекаем 30-40 минут. Там видно будет. У нас дождик пошел, темно стало. Результат покажем. Процесс идет. Все отлично. Ну вот, друзья, такие караси у нас получились. На улице стало темно. Вот. Сейчас они остынут. Завтра будем пробовать. Надо им время дать, чтобы они дым впитался. Влага чуть-чуть испарится. И очень вкусные караси будут. Вкусненько, аппетитненько выглядит. Всем пока-пока.